Эти молодые ребята приехали стажироваться в Казанский федеральный университет из Китая. Все они из университета Шэньчжэнь. Им предстоит пройти обучение по программе «Прикладная математика и информатика». Они первые китайцы, цель стажировки которых не изучение русского языка, а освоение будущей специальности. Меня зовут Юан Шуан. Больше всего меня интересует задача информационного поиска, а также я хотел бы заниматься проблемами машинного обучения. Очень рад тому, что буду учиться в Казанском федеральном университете. Я буду стараться получить как можно больше новых знаний. Верю, что обучение в КФУ будет прекрасным опытом для меня. Для меня большая честь учиться в Казанском федеральном университете. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, мультиспектральным анализом изображений. Могу быстро разработать веб-проекты. В Китае мне не нравится система, что на одного преподавателя очень много студентов. И поэтому между студентами и преподавателями мало контакта. Он просто дает информацию. А в КФУ на одного преподавателя предполагается меньше студентов. И преподаватели больше контактируют с ними. Мне эта система больше всего нравится, поэтому я здесь. А вот иностранный студент Ву Джан Хао, по-русски его зовут Гоша, для учебы в магистратуре выбрал специализацию кибернетика и IT. Область его исследования – регистрация изображений, связанная с обработкой медиа. КФУ больше возможностей изучить мою сферу, ведь в будущем я хочу решить экологическую проблему. Как должен выглядеть экологически чистый город? Я стремлюсь к тому, чтобы картинка города была красивой. Для меня существует как минимум три причины, по которым я выбрал КФУ. Во-первых, здесь хорошее математическое образование. Во-вторых, предметы, которые мы будем изучать, машинное обучение и теория алгоритмов, будут мне очень полезны. В-третьих, Казань – город с тысячелетней историей. Думаю, здесь мне будет очень интересно. Ребята поделились своими первыми впечатлениями о Казани. Конечно же, без внимания не обошелся и белый снег. Как они признались, раньше никогда не видели его. Там, где они живут, снега не бывает. Елизавета Евтефеева, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.